Святенщина в Пхукете прошла традиционная часть ежегодного вегетарианского фестиваля. Десятки верующих босиком прошагали по раскаленным углям, демонстрируя свою веру и удивительную устойчивость к ожогам. Фестиваль девяти богов-императоров отмечается в 9-й лунный месяц по китайскому календарю. Тайцы китайского происхождения соблюдают 9- или 10-дневную вегетарианскую диету в знак духовного очищения и для привлечения удачи. Помимо прогулок по горячим углям, гостей ожидала яркая процессия с паланкином, фейерверками и, конечно же, вегетарианской едой. Не менее зрелищно было в японской префектуре Эхиме. На трехдневном осеннем фестивале, посвященном щедрому урожаю, жители собираются вместе. Звучали песни и барабаны, создавая атмосферу торжества и ожидания. Кульминацией праздника становится захватывающее столкновение микоси, священных носилок, олицетворяющих божественную силу. Правда, сталкиваются еще и сами люди. По словам местных, это энергичное проявление духовной связи с высшими силами. Думаю, те, кто нес микоси в каждом из семи переносных святилищ, должны были вернуться в свой город с чувством удовлетворения. Ведь они успешно завершили представление по разбиванию микоси друг от друга. Никто серьезно не пострадал, так что это было хорошее начало доброго утра осеннего фестиваля. Ксения Вевинова, «Наши новости».